Смена времен года всегда заставляет людей задаваться вполне логичным вопросом, оправдаются ли их ожидания относительно погоды. Поскольку осень в этом году пришла по расписанию, а зима в прошлом заставила себя ждать, жители города сомневаются в своевременном выпадении снега. Как оказалось, поводов для беспокойства нет. Пусть самое суровое время года слегка и запаздывает, но уже в ночь с пятницы на субботу столбики термометров опустятся до отметки ниже нуля по Цельсию. Действительно, у нас в этом году зима несколько запаздывает. И у нас действительно первая половина месяца была такой октябрьской, а не ноябрьской. В то же время в ближайшие дни уже с пятницы на субботу столбики термометра устойчиво перейдут через нулевую отметку в сторону более низких температур. И создадутся условия, чтобы осадки, выпадающие в виде снега, оставались с нами и сохранялись на земле. Стоит отметить и то, что формирование необходимого циклона для выпадения снега в выходные ждать не стоит. А вот уже ближе ко вторнику существует большая вероятность того, что жители Казани смогут увидеть самый настоящий снег и получить максимальный заряд приближающегося маленькими шагами новогоднего настроения. Все эти погодные изменения никак не выходят за рамки и являются близкими к климатической норме. В то же время стоит отметить, что в выходные будет антициклональный характер погоды, то есть будет малооблачная погода с минимальной вероятностью осадков. Таким образом, в ближайшие дни до начала следующей недели мы не ждем существенных осадков и не ждем формирования снежного покрова. Условия для его формирования создадутся примерно во вторник, в среду, когда давление вновь понизится, и с циклоном, и с его атмосферными фронтами к нам придут осадки. Прогнозируется, что высота снежного покрова уже к середине следующей недели может составить около 10 сантиметров. Что касается прогнозов на ближайшую зиму, по словам доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Тимура Ухадеева, погода зимних месяцев в этом году будет сильно контрастировать по отношению друг к другу. Декабрь будет холодный, а вот в феврале температура будет значительно выше климатической нормы. Но говоря о характере зимы, мы, конечно, наверное, уже подустали от теплых аномалий. Октябрь был теплый, ноябрь аномально теплый. По долгосрочному прогнозу зима у нас прогнозируется контрастной достаточно. Выразится это наиболее вероятно в холодном декабре, то есть декабрь прогнозируется ниже климатической нормы, февраль, напротив, выше климатической нормы по температуре. Эта зима обещает быть достаточно разнообразна в своих температурных проявлениях, от очень холодного до необыкновенно теплого. Также существует небольшая вероятность того, что кончится она гораздо раньше положенного ей срока. А значит, ждать весну в этом году придется немного меньше обычного. Елизавета Казизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.